Люди! Да вы заходите ко мне домой. И в будни даже. Я вас всегда приму в балахоне из тонкого сукна. Цвету картофельного застуженного киселя, за которое платил я в Полтаве чуть ли не по 6 рублей за аршин. Под 2,5, батюшка. Батюшка, хватит похвалиться, позориться. Купите мне лучше семечку. А от сапог мои православные, да, от сапог. Но ведь никто не скажет, у нас на целом хуторе, чтобы слышен был запах дегтя. Потому что я их чищу самым лучшим смальцем, которого, думаю, иной мужик с радостью положил бы себе в кашу.